пока к нашему эфиру подключаем Сергея Канева, российского журналиста-расследователя. Сергей, приветствуем вас. Доброе утро. Здравствуйте. Сергей, вы много лет занимались расследованиями журналистскими, в том числе снимали репортажи про российскую армию. Поэтому просим вас рассказать подробнее о том, что же из себя представляет российская армия в целом и российские генералы в частности. Все-таки вы зря так смеетесь над ними, да, иронизируете над российскими генералами. Это очень талантливые полководцы. Особенно если дело касается что-то украсть, распилить или получить на халяву какой-то земельный участок в престижном районе Подмосковья. Вот тут они, настоящие Кутузовы, Суворовы, и Наполеоны, и проявляют недюжую смекалку. Вот. Но если посмотреть, если без смеха, российскую армию разъела коррупция. Десятки уголовных дел заведены только на руководство Минобороны. Это взятки, превышение служебных полномочий и банальное воровство. Воруют все, от генералов до солдат. У меня в моем архиве много уголовных дел. Вот, даже вот такие есть. Ну вот возьмите генерала Арсланова, да, это начальник связи Минобороны. И все его окружение. Все сейчас сидят под следствием, скоро будут суды. Что они сделали? Закупили дешевые для армии дешевые китайские рации, которые не работают в полевых условиях, как выяснилось. Нет связи. Из-за этого войска несут большие потери. Возьмите руководство Оборонлеса. Такое есть управление в Минобороны. Что они делали? Продавали лес в Китай. Кто вырубал лес? Структуры вора в законе Тюрика. Такой у нас есть вор в законе в России. У меня еще вот такие есть уголовные дела, значит, подробности. Вот это новые автомобили, по-моему, Борисоглебск-2 называется. Да, это глушилка армейская, которая еще и создает радиопомехи. Так вот, под Тамбов привезли, в воинскую часть привезли такую машину, чтобы солдаты там учения провести, вообще ознакомились. За ночь разобрали. То есть утром пришло командование, а машина практически разобрана, и все железные части отнесли в металлолом. Потрясающе. Это какие-то чудеса на самом деле. Это же нужно быть действительно настолько талантливым, чтобы за ночь взять, руками перебрать все. А вот то, что мы видим здесь, в Украине, когда российские солдаты попадают в плен, мы видим, что они действительно плохо одеты, у них старые каски, у них плохие запасы, да даже мы говорим о том, что едят они. Неужели настолько можно воровать, как вы считаете? Вот, может быть, это какой-то как саботаж? Может быть, это на самом деле нежелание воевать в Украине и саботировать приказы Путина? Да нет, люди, потому что нынешнее руководство Минобороны, в общем-то, это люди, которые пришли не защищать там родину, не учиться военному делу, а попросту воровать. Вот и все, от этого все и происходит. То есть они используют свое служебное положение, конвертируют себе в карман. Поэтому нет ни раций, ни амуниции. Вот, зато они вот могут строить вот эти храмы Минобороны, устраивать парады. Вот тут, конечно, они во всей красе. Но вот во что это вылилось? Мы все хорошо видим. Огромные потери. Мы еще и видим, как власть российская постоянно меняет генералов, тусует генералов для того, чтобы, видимо, каким-то образом повлиять на ситуацию. Правда, ситуация никак не меняется, к нашей огромной радости. Скажите, пожалуйста, в данном случае работает математический принцип от перестановки генералов, коррупция не меняется?
Да нет, в общем-то, скамейка-то короткая такая, запасных, да, и менять-то не на кого, да, все Минобороны поделено на кланы. Один клан там Шойгу, второй клан там замминистра Иванова, третьего там, ну, в общем, все поделено на кланы, да, и вот это между постоянно нужно договариваться, кто кого ставит, на каких бабках кто сидит, вот, и... Главное, что не знание в военном деле у кандидатов на тот или иной план, а личная преданность там тому же Шойгу, Путина, Иванову и так далее. Ну а где еще знания-то? Какие он военные получает и применяет их? Нет такого. Ему главное, что вот он любит Шойгу. Вот замминистра Иванова Татьяна Шевцова такая есть. Вот, она участвует во всевозможных там патриотических акциях, она много выступает. Ее привел в Минобороны Сердюков еще, да, привел ее из налоговой службы. Так на следующий день, когда Сердюкова сняли, Шевцова уже готова была дать, она клялась верности Сердюковой, говорила, что это лучший министр обороны. И вот когда Сердюкова сняли, Шевцова уже на второй день побежала клясться верности Шойгу, да, и заявила, что готова дать любые показания на Сердюкова. Вот сейчас она замминистра обороны, у нее большая звезда здесь. У нее на корпоративах и на 50-летии, допустим, у нее присутствовал начальник военной контрразведки ФСБ генерал Юрьев, который должен следить, в общем-то, за коррупцией, за не только ловить шпионов в Минобороны, а еще и искать жуликов. Так он гуляет спокойно вместе с подрядчиками Минобороны, это все друзья Шойгу и Шевцовы, он, этот генерал Юрьев, он гуляет на корпоративе. Хочешь бороться с коррупцией, возглавь ее, такой принцип наверняка тоже работает. Сергей, скажите, пожалуйста, просто ранее поступала информация, согласно которой Шойгу отстранен от исполнения обязанностей, ну, то есть формально он еще появляется на каких-то встречах или на каких-то больших заседаниях, но никаких функций как представителя власти или представителя Министерства обороны более не исполняет. Можете подтвердить или опровергнуть, что ваши источники говорят? Ну, нет, мои источники по этому поводу ничего не говорят. Но как можно убрать Шойгу, значит, с такой высокой должности? А с кем будет Путин ходить на охоту, на рыбалку? Нет, как раз охота и рыбалка – это то, чем занимается Шойгу, а вот руководство Министерства обороны более нет. У Путина как раз нет вопросов касаемо рыбалки, вот касаемо поражений, очень даже большие. Шойгу еще при Ельцине не называли, да, это при бывшем президенте. Да, Шойгу называли главным егерем и рыболовом страны. Он умел всегда устроить вот для нужных людей хорошую рыбалку. Даже, говорят, и девочек подгонял там. Но этого я не знаю. Я свечку не держал. Поэтому нет, он пока при должности. Ну, возможно, может быть, Путин на него обиделся после неудач на Украине. Но, с другой стороны, Путин понимает, что Шойгу, он бывший инструктор райкома КПСС, там, где он там, в Красноярске был, да, по-моему, Шойгу, он пожарный, да, он может организовать там тушение пожара, когда он возглавлял МЧС. Ну, Путин понимает, что он не кадровый военный, и он ничего не понимает в военном деле. Поэтому Шойгу все готов всегда с удочками и с ружьем, охотничьим ружьем, встретит Путина. Ну да. Сергей, мы сегодня уже проговаривали эту новость ужасную, очередную ужасную новость от повара Путина Пригожина, который сказал, что будут идти воевать зэки, таким образом они смогут искупить свою вину перед Родиной. Он бы, кстати, процитирую, на месте зэков так бы и поступил, с удовольствием и с радостью. А тем людям, которые критикуют такие решения, он порекомендовал, что не хотите зэков, отправляйте своих детей на войну. Но похоже, что не очень много людей в России хотят пополнить статистику смертей в Украине. И, очевидно, дело все идет к мобилизации. Вам так не кажется?
Ну, я в случае своей практики расскажу. Да, у меня есть знакомый, который уже третий раз сидит на зоне, у него третья ходка. Вот к ним тоже приезжал на зону Пригожин и Уткин, и вербовали добровольцем на войну в Украину. Мой вот этот знакомый, он наркоман со стажем, у него гепатит. Когда к нему подошел вербовщик и говорит, давай в Украину, значит, 100 тысяч в месяц будешь получать, снимем с тебя судимость, ну, в случае смерти родственники, значит, 500 тысяч получат. Вот. Он говорит, это мой знакомый, я наркоман со стажем, у меня гепатит. На что ему вербовщик говорит, фигня, мы вас всех сифилитиков, и кто гепатитом, значит, болеет, мы в отдельный штурмовой рот вас устроим и будете, значит, воевать в Украине. Ну, вот как говорит мой знакомый, у него на зоне завербовали сначала 500, чуть ли не 500 человек там. Мы поедем, все там, укропов долбить. В конце концов, значит, только 170 человек завербовались. В основном это молодежь, в том числе и там есть граждане Узбекистана, Таджикистана, то есть они не россияне. Но им сказали, тоже фигня, значит, поедете воевать, потом мы вас снимем судимости и выдадим российские паспорта. Но вот этот мой знакомый побеседовал, в основном там молодежь, они воспринимают это как компьютерную игру. Но среди вот этих завербованных был мужчина, да, 56 лет ему. Он, значит, ему осталось сидеть 2 месяца. И вот мой знакомый спрашивает, ты-то куда едешь, отец? Тебе осталось 2 месяца. А он, значит, говорит, ты знаешь, я всю жизнь сидел, бегал по бабам, пил и сладко ел. Вот, я еду в Украину умирать. В случае смерти 500 тысяч перечислят моему, значит, сыну. И, может быть, он меня простит. Вот такие дела. А подтвердилась информация? Вообще у вас есть информация, чтобы кто-то из зэков получил обещанную им компенсацию в случае смерти? Ну, или не они сами, а их родственники? Ну, вот самый громкий случай – это гибель в Украине уголовника и душегуба Ивана Непаратова. Mm-hmm. Он из Подмосковья, он еще с детства любил душить кошек. Значит, собак, любил за этим наблюдать, и он, ему осталось сидеть 10 лет, его завербовали. Вот он поехал в Украину, и его там грохнули. Насколько я знаю, 500 тысяч должны были перечислить его родителям, но они от сына отказались. Так что я не знаю, взяли они эти деньги или не взяли, пришли они или не пришли. Интересный факт. Да. Спасибо большое. Это, к сожалению, история, за которой нам еще придется наблюдать. Ну, надеемся, что из тех, вот, как вы говорите, 500 человек завербовали и даже больше половины отказались. То есть у людей приходит сознание и понимание того, что они делают. Сергей Канев, российский журналист, расследователь, с нами был в прямом эфире телеканала Freedom. Спасибо вам большое. Спасибо.